Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Ангельские числа, или повторяющиеся последовательности цифр, это всегда знаки Вселенной, наделенные особой энергией. Они могут быть настораживающими сигналами опасности, либо благоприятными знамениями, свидетельствующими о том, что вы на правильном пути. В этом ролике мы поговорим о сфере романтических отношений и узнаем, какие ангельские числа помогают каждому знаку зодиака в любви. Овен. 111. Конкуренция – это ключ к сердцу Овна. Именно поэтому число 111 может указывать на то, что в сфере ваших личных отношений намечается положительный этап и изобилие. Овны всегда хотят быть первыми, но им также нравится быть в группах, до тех пор, пока они лидеры. Это число представляет их независимость, но также и лидерские качества. Телец. 222. Цифра 2 связана с партнерскими отношениями и балансом. Таким образом, если вы стали чаще замечать сочетание трех двоек, то это свидетельствует о том, что вы обрели настоящую любовь, либо она уже на пороге. Впрочем, иногда 222 говорит о том, что ваши отношения нуждаются в большем балансе и стабильности. Близнецы. 33. Когда дело касается любви, то близнецы предпочитают сохранять легкость, веселье и непринужденность. Именно такой энергией веет от числа 33. Это особенно актуальное число с точки зрения романтики. Тройки сами по себе очень игривы и общительны, а их пара, представляющая в сумме 6, это ваше идеальное сочетание для любви. Рак. 44 и 69. Число 4 является числом поддержки и отражает питающую энергию рака. Две четверки – это хороший знак того, что вы делаете правильный выбор в своей личной жизни, и подходящий партнер уже находится рядом с вами. Что касается числа 69, то оно идентично символу рака. Оно наделено материнской, истинно женской энергией, поэтому также приносит вам удачу в любви. Лев. 555. Если вы стали повсюду видеть число 555, то это определенно хороший знак для вашей личной жизни. Это ангельское число любви несет в себе энергию удовольствий и ярких позитивных эмоций. Это число креативно и свежо, но сосредоточено в подлинном сердечном пространстве. Дева. 666. Во-первых, Дева – это шестой знак зодиака. Во-вторых, число 6 связано с Венерой, планетой любви. Поэтому для вас сочетание трех шестерок является важным символом того, что усилия, которые вы вкладываете в ваши отношения, будут вознаграждены 10-кратно. Несмотря на то, что многие ошибочно опасаются этого числа, это число является мощным показателем усердной работы в личной жизни, которая обязательно приносит плоды. Весы. 777 и 21. Ангельское число любви весов – это 777. Оно аналитическое, но вместе с тем высокодуховное, несущее в себе сильный эмоциональный заряд сплочения. Сумма трех семерок – это число 21. Число, олицетворяющее энергию двух людей, становящихся единым целым. Так что если вам на глаза часто попадаются 777 или 21, будьте уверены, в вашей личной жизни наступает белая полоса. Скорпион. 888. Когда дело доходит до любви, скорпионы мечтают о глубоком и всепоглощающем чувстве. Поэтому восьмерка, также известная как символ бесконечности, более чем точная метафора идеального партнера для вас. Число 888 может указывать на духовный союз, наполненный не только взаимопониманием и доверием, но и страстью. И когда в вашем окружении появится человек, с которым возможно такое партнерство, вы повсюду начнете встречать это число. Стрелец. 999.
духовная энергия трех девяток согласуется с вашей свободной душой и умом. Поэтому, если Вселенная все чаще посылает вам такой знак, то это свидетельствует о том, что ваши нынешние отношения будут крепкими, если вы в них не потеряете себя. Число 9 – мощное число, указывающее на конец цикла и важность возвращения к себе в конце любого путешествия. Козерог. 1111. Число 1111 обладает энергией независимости и амбициозности, поэтому для козерогов оно может стать признаком поддерживающих и ведущих к процветанию отношений, о которых вы действительно мечтаете. Это ангельское число в сумме составляет 4, что указывает на стабильность и зрелость, которые стремятся поддерживать все козероги. Водолей. 1111. Водолей, как и козерог, традиционно управляется Сатурном и жаждет стабильности, но с более прогрессивной точки зрения. Многие привыкли загадывать желания, когда видят на часах 11.11. И это очень в духе оптимистичного и авантюрного водолея. Если вы часто встречаете 4 единицы, то к вам приближаются отношения, наполненные любовью и независимостью. Все как вы любите. Рыбы. 1221 и 3 нуля. Будучи последним представителем зодиакального круга, рыбы также являются символом оптимистического обещания нового начала. Обнадеживающая энергия 3 нулей указывает на возможность красивого союза. А число 1221 является зеркальным, при этом состоит из сочетания чисел, несущих энергию гармонии в паре, полного взаимопонимания и поддержки. Поэтому оно также является для рыб добрым знаком в любви. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!